Приветствую вас, дорогие зрители на канале Михалыч Топик Геймс. И в этом видео я решил показать, где я добывал чай для задания от Мулан. Когда я стримил, почти каждый третий спрашивал, откуда я взял чай. Поэтому я решил отснять видосик. Вот как вы видите, есть у нас на глобальной карте, и, наверное, все вы это прекрасно знаете, есть сосновый бор, сосновая чаща и также сосновая роща. Я отправляюсь в оранжевый лес. Мы будем ехать с помощью бензина на чоппере. Вы отправляетесь в любой вам удобный способ. Берем с собой также любое вам удобное оружие. И без особых проблем чистим эту территорию. Наша главная задача — это найти вот такие вот ящики, которые находятся по всей территории оранжевой, зеленой или же красной локации. Как я понимаю, что чем сложнее локация, то есть оранжевая или красная, то есть в оранжевой это средний шанс найти чай, в красной большой шанс и в зеленой маленький шанс найти чай именно в этих сундуках. Давайте же проверим, залутав несколько таких вот интересных ящиков, и посмотрю, как быстро мне удастся найти чай и сколько именно такого чая найду, зачистив оранжевую локацию. Так, ребят, мне понадобилось открыть всего лишь 3 сундука, чтобы найти чашечку чая. Конечно, продолжать шастать по оранжевых территориях я не буду. Вот этого качера убьем, заберем у него полезные нам вещи и отправимся на зеленую локацию. И увидим, со скольки ящиков на зеленой локации мы сможем залутать чашечку чая. Отправляемся в зеленку. На красной локации мы ходить не будем из-за того, что мы и так знаем, что там опасные зомби, пробегает громила, также могут прибежать выжившие с ВССом, и там затраты оружия, брони, аптечек наиболее высокие. Поэтому я буду ходить именно по зеленой и оранжевой локации. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы, залутав несколько таких локаций, мы просто найдем нужное количество чая. Так, ребят, открыв 3 ящика, я также нашел чай и в зеленой локации. Поэтому я, ну как, по моему мнению, что ходить на красные локации просто нету смысла. Вы просто пройдите на зеленую локацию или же оранжевую. Залутайте несколько ящиков и запросто получите чай драгоценный, который нужен нам для выполнения задания в тайном убежище у Мулан. Ребят, не забывайте поставить лайкосик под этим видосиком, подписаться на канал. Спасибо вам всем за просмотр.